Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я вспомнил это выражение сегодня и вспомнил, как когда-то мы делали эту практику с друзьями, проживая в одной квартире. Мы просыпались утром и говорили, да, сегодня самый лучший день в нашей жизни. Когда мы приходили вечером, мы слушали себя и понимали, что он правда был самый лучший, и мы друг другу говорили, да, сегодня самый лучший день в нашей жизни. Вот сегодня, независимо от того, практиковал я это или нет, был действительно самый лучший день в моей жизни. Я утром проснулся, и обычно в ближайших вот две недели я сразу же бежал к компьютеру, настраивал, открывал группу свою, обрабатывал, делал видео, выкладывал его. Такое чувство ответственности, важности, внутри напряжение такое, бегом, бегом, надо сделать. А тут я сегодня проснулся такой, вдруг мне звонит друг, говорит, приезжай ко мне в гости. Время 7:30 приезжай. Я поехал к нему в гости, мы с ним посидели, поговорили о том, о сём. Потом я от него вышел и думаю, ну, время еще много. И тут мне звонит еще один мой знакомый и говорит, слушай, я вот сижу сейчас дома, один, приезжай, тема есть для разговора. И я поехал, и мы еще у него пару часов посидели, поговорили. Затем я вышел от него, вернулся домой и такой смотрю, время уже 3 часа дня. Я думаю, о, видео не выложил, надо, наверное, видео выложить. И чувствую вот внутри такое спокойствие абсолютно, ровность такая, радость такая. Я открываю компьютер, и у меня высвечивается сразу открытый один сайт. Я вчера очень хотел попасть на одну встречу, обсуждение, мне там тема понравилась, и я хотел в ней поучаствовать. Проблемная такая тема, я подумал, о, у меня, наверное, в этом есть проблема, дай-ка я поучаствую. Но когда я туда постучался, чтобы меня записали, мне вчера написали, что все, мест нет, группа закрыта. И вдруг я захожу сегодня, хоп, а у меня допуск в эту группу стоит. Я нажимаю, захожу, и оказывается, встреча началась ровно вот 5 минут назад. Вот, я принял участие в этой группе. Правда, тема для меня уже была, ну, не настолько актуальна, как она была вчера актуальна, потому что у меня было внутри вот такое вот состояние счастливого, самого счастливого дня в моей жизни. Группа закончилась, и после этого я уже зашел в свою группу и спокойно занялся обработкой видео и выложил, наконец, его. День прошел, и я вдруг понял, что вот то, о чем я очень часто говорю другим людям, о потоковости состояния. Вот сегодня оно было потоковое. Я не задавался вот этими какими-то придумками ума, как должно быть, как я должен это делать, как кто кому обязан, как нужно правильно, как неправильно. В общем, я просто жил в потоке. Позвонили, двинулся, открыл, приняли. И, в общем, все, что я хотел, я в этом не приобрел. Я даже получил ответы на те запросы, которые были отправлены намного раньше, в прошлые какие-то дни. Сегодня все ответилось, все разрулилось, объяснилось. В общем, я желаю вам, чтобы каждый день вашей жизни был самым счастливым днем вашей жизни. Двигайтесь по потоку, слушайте себя. Приходит зов, слушайте. Откликается, идите на него.